Если вы хотите узнать про конец истории Мао Дамиан, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ну вот и заканчивается эта трилогия, четырехлогия и вот все вот эти, знаете, прочие видеоролики касательно моего дорогого друга ТВ, лайк, шоу, митинг, Мао Дамиан. Вот Мао Дамиана, насчет него абсолютно точно все заканчивается, и он прям становится уже, знаете, таким полным, целеустремленным и вообще счастливым обладателем своего собственного канала, который он сам сделал, и вот ему его наконец-то восстановили. В данном видеоролике я бы хотел восстановить вообще абсолютно всю хронологию того, как это все происходило и что вообще чувствовал Мао Дамиан по ходу всего этого, потому что за всеми этими, знаете, событиями и за всем прочим я уже слежу, ну, дохуя времени, то есть в самом деле я уже дохуя вот обо всем этом разговариваю, обо всем этом слежу и вот так далее, поэтому сами понимаете, то есть уже, возможно, там время подходит к 2 месяцам, как я вот слежу за всей вот этой вот трагедией Мао Дамиана, потому что он для меня все-таки друг, то есть с него начался мой канал, и им он, наверное, и закончится, хотя я бы так не хотел абсолютно. Так вот, что произошло? Мао Дамиан открыл какой-то файл, там, с рекламой какого-то, с вот этого самого софта, и как это обычно и бывает, как это было в случае с Баггером Такерсом, как это было в случае с другими людьми, там, Логан и Лэнс, и вот все вот эти вот, знаете, прочие люди, его взломали. И, разумеется, я по этому поводу сразу же начал выпускать ролики, там, знаете, Мао Дамиана взломали за ложь, а потом ему вроде как восстановили канал за правду, а потом у него, этот канал опять там что-то с ним не то пошло, оттуда какие-то стримы начали вот это вот все делаться, потом при помощи какого-то школьника он вернул себе этот свой канал и вот вообще не мог там ничего сделать, как его вернуть к предыдущему состоянию, к предыдущему виду он также не знал, и вот был вообще, знаете ли, не в своей тарелке. Но не так давно, сегодня, хотя я не знаю, когда выйдет данный видеоролик, сегодня, вчера, позавчера, сегодня, уже у Мао Дамиана вышел его новый видеоролик, где канал уже, знаете, разбанен, где канал уже полностью его, где канал вернули нашему дорогому другу Диме, к сожалению, из поиска он пропал, теперь, когда, знаете ли, вводишь Мао Дамиана, выходит его лайв-канал, на котором вообще, ну, как, зачем вот про это все, ну, как бы рассказывать и все такое, то есть, все хорошо, что хорошо скачивается. Как Мао Дамиана было обидно, вот у него совсем недавно стрельнул ролик про то, как он встал на лидерку с купленного аккаунта, про то, как там все хорошо у него, про то, как у него там, знаете ли, все отлично, там ролик на 44 минуты на 200 тысяч просмотров, и вот у него сейчас выходит видеоролик после восстановления уже его канала, и он набирает 1000 просмотров. То есть на том, на новом канале у него ролики набирали, ну, даже больше просмотров. Однако, это только начало, не исключено, что, знаете ли, канал после того, как его восстанавливают, он особо в рекомендации-то и не попадает, и вообще, как бы, у человека такое, знаете, складывается впечатление, что, а что вообще делать-то? Однако, у Мао Дамиана теперь, получается, всегда есть такой, знаете, запасной аэродром в виде канала Мао Дамиан Лайф. Я бы на его месте вообще, знаете ли, вышел, очистил куки вообще все по поводу данного канала, Мао Дамиан Лайф, вот это Маукала, а все прочее, то есть я бы вот это вот все очистил, потому что, ну, реально, вот так вот каналы, если 2 канала, представляете, взломают, ему придется еще и новый канал регать, непонятно вообще, что делать-то дальше, вот взломали 2 канала, и просто, и все, а тебе никто не знает, то есть другие соцсети у него, знаете ли, не особо распиарены, чтобы он мог там что-то вот со всем этим сделать, поэтому, ну, вот так. Но вот у меня распиарено, кстати, много соцсетей, допустим, и YouTube, или там Telegram, вот у меня в Телеграме, кстати, там уже 500 подписчиков, 500 фолловеров, 500 прочих людей вот сегодня отпраздновали, поэтому заходите туда, подписывайтесь, там много всяких новостей по поводу Arizona Mobile, и не только Arizona Mobile, да и вообще, знаете ли, там много всяких вещей по поводу меня, а не по поводу меня, также у меня есть, кстати, Instagram, в котором также выходят самые интересные истории вообще там каждый день, а возможно и не каждый день, поэтому туда тоже, как бы, можно подписаться и следить за мной, или не за мной, или вообще за другими людьми, как бы, вот, профиль открытый, вы можете зайти, посмотреть, если вам, так сказать, фотокарточки все понравились, то можете подписаться, или можете не подписываться, то есть там все вообще в самых наилучших традициях Америки, Манхэттена и вот всего-всего прочего. Что можно сказать напоследок? Я искренне поздравляю своего дорогого друга Дмитрия Мао Дракони за Дамиана, за и вот всех вот этих вот, знаете ли, прочих его псевдонимов, альтер-эго и вот всего-всего прочего, я его дичайшим образом
образом люблю, вообще уважаю. И вообще Мау Демиана, он самый настоящий молодец, красава и вообще молодец. А это как бы конец истории с Мау Демиана. Как вы понимаете, не все заканчивается так, как закончилось, допустим, с Луняшей или там с Биг Бабу Тари или с еще какими-то людьми. А вообще, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Геймплей вот данного ролика и вот всех остальных вещей, он заснят на проекте, на замечательном сервере Феникс от Arizona RP. Заходите туда, айпишничек находится в описании, там же находится ссылочка на мой тот самый телеграм-канал. Вообще в описании много разнообразных ссылок и на Инстаграм, и на Телеграм, и вообще на все то, о чем вы только можете мечтать.